Так, все, получайте, получайте. Так, в укрытие, ребята. Всем привет, с вами я, отец Одиночка Лёким, и мы играем в снежки. Главное тут не делать снежки из желтого снега. Это все партизан Рекс нам поставил тут делает. Но мы уверенно побеждаем, побеждаем. Так, вот по этим сейчас запуляем. Так, следующую обойму заряжаем. И Даню выносим. Отлично, сейчас по Стёпе сейчас. По Стёпе, так, опа, опа, по Ржавису. Все, ребята, мы вас затащили. Захватили вашу елку. Ура, ура, ребята, с победой, братья. Все, ребята, видите, я победил собственных детей. Какой я молодец. Но мы тут разбиваемся по командам. Ну что, ребята, еще раунд, а? Ребят, ну давайте, весело же. Надоело. Господи, самая зима в разгаре, а вы скучаете. Так, хорошо. Давайте тогда ваши идеи в студии, ребята. Я слушаю, какие у вас идеи? Не снежки, так что-то другое. Может, снеговика? Тик-ток? Хорошо. Давайте снимем самого огромного снеговика на свете, а? Как вам такой тик-ток? Вроде интересно. Нет? Ну тогда давайте новогодние танцы. А, танцульки, это же в ТикТоке заходит. Чё, никто, что ли? Ржавец, походу мы с тобой одни будем танцевать. Что такое? Так, какой-то видос. Чего? Зачем они портят эти вещи? Ребята, прикиньте, там видео. Прессом давят всякие хорошие штуки. Айфон раздавили прессом, ничего себе. Ты чё, хочешь свой телефон раздавить прессом? Давай так же. Ты серьезно? Я тебе только что новый Honor купил. Нифига себе, ребята. Что, тебе iPhone купить, чтобы ты его раздавила? Да что, папа? Чего, да, я что-то не понимаю, прикола. Ради чего? Ради лайков эфемерных? Дети, вы слышали Полину? Мне кажется, она маленько простудилась. Полина, сходи-ка, маленько погрейся какао. Купим пресс. Давай заснимем, мы захайп... Так, ребята... А зачем вам пресс, если у вас есть Ржавис? Вы просите сесть на что-нибудь. Вот вам будет и пресс, бесплатно. Так, не хайп. Давайте вы сначала покушайте, ладно? А то, возможно, вы маленько проголодались и всякую фигню несете. И после того, после святого обеда, вы скажете мне, покупаем мы пресс или нет. Потому что какая-то идея, если честно, странная. Да, ребята, вы все правильно поняли. Меня уговорили. Что ж, ну, я легкий на подъем, это было несложно. Ладно, во всяком случае, пресс на самом деле полезная в хозяйстве штука, если знать, как его применять. А я не знаю. Но надеюсь, что с ним идет инструкция какая-нибудь. Так, мы пришли в наш любимый магазин. Здрасте, здрасте, здрасте. А вы не подскажете, у вас есть какие-нибудь пресса? Они остались? А то там всякие распродажи были. Да, покажите. Ух ты! Вау! Это пресс? Горизонтальный? Ничего себе! А вот это вертикальный, да, пресса? Вау! Нифига себе! Гидравлический, посмотрите! Вот это мощь! Так, и какое тут усилие на нем? Скажите, какой из этих прессов сможет раздавить, скажем, банку Кока-Колы? Неоткрытую. 100 тонн? Так, ну тогда не про банки сейчас будут вопросы, тогда скажем, а какой из этих прессов сможет раздавить слезу Руперта, а? Дети, кто знает, что это такое? Ну-ка, давайте, вопрос, 5-й класс школы. Что такое слеза Руперта? Знаете? Ну правильно, смотрели всякие видосики, да, на ютубе. Ой, так, Ржай, ты что, к нему подкатываешь, что ли? Он у нас технофил. Так, ладно, просто скажите, сколько стоит, допустим, этот желтенький, а? Сколько он стоит по деньгам? У меня с собой где-то карточка была в кармашке. Так, около 100 тысяч. Знаете что, ну я подумал, что в будущем могу использовать для всяких своих изобретений, поэтому, ладно, раскошелюсь. Тогда скажите, за сколько продадите серый? Серый, за сколько продадите вот этот огромный, самый большой? За сколько... Всего лишь на 25 дороже? Так, господи, издевайтесь, конечно. Все, заворачивайте, заворачивайте его. Забираем, берем. Отлично, вроде же... Походу, снимать не придется денег. Так, 3? Куда тебе 3? Он тут один. Нет. Ржавец. Так, мы его не для этого покупаем. Ладно, упакуйте, пожалуйста, и доставку. Вот сейчас я вам адрес подскажу. Ребята,
Поздравьте меня, я купил первый в своей жизни гидравлический пресс. Вот это покупка. Бывает один раз в жизни. Ну или первый раз в жизни бывает и такое. Ладно, ребята, в общем, сейчас вы с Ржависом дождетесь, пока вам его упакуют, и сопроводите их до нашей деревни, ладно? Чтобы они там не заблудились. А я поеду, как написано в инструкции, покупать каски, защитные перчатки и все остальное. А вы пока думайте, только думайте, что вы будете давить, но ни в коем случае. Ржавис! Ржавис, слышишь меня? Лизочка, ты где там гуляешь, а? Иди сюда. Что я сейчас сказал? Что папа сказал? Что вам папа приказал? С чего вас папа взял обещание? Без тебя Что? Полина? Так, все, Полине, значит, доступ к прессу не давать вообще. Понятно? Даже когда я приеду. Так, ну, судя по карте, здесь есть все нужное. Здрасте, здрасте. Извините, а у вас есть защитные всякие шлема на голову? И особенно детские. Нам очень надо. Покажите, пожалуйста, покажите, где они. Сейчас посмотрим. О, нифига себе, какой богатый выбор. Так, а сколько стоит вот это вот с трубками? Интересно, типа с противогазом, да? Интересно, 2,5, блин. Так, а вот этот стальной сколько стоит? Ну, вот этот стальной вроде попроще. По 1000. Так, это что, картонный, что ли? Так, ладно, давайте, значит, для меня вот это вот серый за 1000. А для детей, пожалуйста, возьмите вот такие вот с противогазами, пожалуйста, ладно? Так, как у меня детей-то? А, давайте 10 штук с запасом, а то мало ли что. 10 штук и один вот такой вот, ладно? Все, давайте. Оплата картой. Смотрите, ребят, накупил шлемов, как на войну, блин, собираюсь. Так, ладно. Чё? Уведомление? Новое видео «Убейте в ТикТоке»? Так, давайте посмотрим. Ого! Они уже собрали пресс и хвастаются? Молодцы, блин. Так, Петя, ты чё так опасно стоишь? Нельзя там стоять, это... Петя, ты дурачок, что ли? Петя, вылезай оттуда, Петя, вылезай оттуда, нафиг! Господи, Петя! Какого чёрта? Идиоты мелкие! Так, быстрее, быстрее! Так, где машину оставил? Ребят, это просто трагедия! Это такая трагедия страшная! Как это могло произойти вообще? Маленькие идиоты, господи, как же теперь детей-то буду успокаивать? Капец, 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 Ржавис. Ты тупая консервная банка. Как ты мог это позволить? Я же тебе сказал. Зараза. Господи, это я идиот. Зачем я покупала им эту фигню? Так же и должно было случиться. Все же об этом говорил. Они же меня никогда не слушаются, мелкие они, заразы. Все дети, бедные детишки. Что? Что нафиг? Петя? Ты живой? Как? Как? Тебя же раздавило, как в мясо! Что? Монтаж? Придурок мелкий, а если бы не сработало? Кольцо, дурак! Так, идиоты, что ли, блин? Надо бать так издеваться, мне же уведомления приходят все! Придурки, нафиг... Так, ну сейчас вы у меня получите, блин, пресс гидравлический. Идиоты, засранцы, вы как со мной поступаете-то, дебилы? Ага, и варенье еще перевели, да? Вот вы гады, вы что такое устроили? Вот, получайте вам пресс. Вот так, нравится, а? Нравится вот такое, а? Нравится теперь? Так, где тут мои инструменты были? Где были мои инструменты? Сейчас вы у меня получите, блин, пресс за 125к. Чтобы у папы седые волосы выросли, да? Дебилы, блин, малолетние. Так, все. Петя, сюда подошел, подошел сюда. Сюда подошел. Наказан. На месяц. Без компьютера. Понял меня? На месяц. Телефон сюда сдаешь? Телефон сюда сдал? Быстро сказал. Телефон сюда отдал мне? Так, отдай. Аккаунт в ТикТоке. Удалить аккаунт. Вот так-то. Вот так теперь будет повеселее, да, Петечка? Теперь будешь без фейковых видео жить. Все, к себе в комнату. В комнату к себе, сказал. К себе в комнату, живо! Быстро я сказал в комнату. Так, остальные сюда. Остальные сюда, я сказал. Чего? Вам это смешно, что ли? Вот такое отцу увидеть по телефону, как его сына раздавил нафиг, как помидор, блин. А хорошо ты их отговорил, а тебе, консервный банк, сюда подошел? Сюда подошел, в колодец залез. Залез, сказал, в колодец. Залез в колодец, быстро. Залез. Все. Замерз, что ли? Отойди, отойди. Отойди, я сказал. Вниз, я сказал, вниз. Вниз полез. Все, законсервирован. Дети сюда.
Сюда все. Теперь каждый из вас ложится спать. Донечка, тебе это тоже касается. Не позже 9 часов вечера. Развернулся и ушел. Развернулся и ушел. У тебя он, небось, посмотрел все эти хайповые тренды. Сам бы залез туда, а? Че сам-то не залез, умник хайповый? Так, вы меня поняли? 9 часов все по кроватям. Ребята, они меня просто выбесили. Долбанный пресс, вот за что я только пошел, чтобы... Нет, больше таких ошибок повторять не буду. Реально, как-то распустились они у меня. Все, ко мне не заходить. Тоже мне балбесы, блин, малолетние. Батю седым сейчас сделают. Уф, ребята, просто я давно так не злился, очень давно. А вот вы бы на моем месте как бы поступили, а? Сказали, о-тё-тё, какие вы плохие, вот так вот издеваться над родителями нельзя, нельзя. С дедом я больше шутить не буду, но вот и прощать им тоже такие приколы больше не намерен. Ладно, ребята, с вами был я, отец Леша Клюкин. Всем удачи, всем до завтра, всем пока.